Дорогие друзья, добрый вечер. Мы сегодня вот собирались снимать камин, и покажу вам даже, какую мы хотели снять гарь. Вот, я сейчас ее вам очень хорошо покажу. Вот, видите? Но так случилось, что у нас все любят камин. И его уже разожгли, и он не успел остыть. Но мы обязательно вам покажем сейчас интересные вещи. Это будет тоже интересная замена. Значит, мы переходим вот на такие поверхности. На диванчик, видите? И тут у нас детки сделали вот такие вот рисунки. Вот они. И сейчас я буду показывать, где моя помощница. И сейчас я буду показывать, как вот это мы можем закрыть. Закрыть камин. Ничего страшного. Сейчас, одну секунду. Я вот закрыла. Ай, все, хорошо, молодец. Боже мой, какие у меня помощники. Даже камин закрыли. Обалдеть. Значит, что мы берем? Видно вот это? Видно? Мам. Просто кивай головой. Видно? Мам, ты видишь? Ты можешь увеличивать двумя руками. Взять просто увеличить. Тень падает. Вот давай вот так возьмем. Да? Да. Видно. Значит, я беру кремовую рукавичку. Она не сильно влажная, не сильно мокрая, а слегка влажная. И вот таким вот легким движением, опять же, все помнят, что ничего тереть не нужно. Паша. То есть силу не при... Ой, этого не надо, пожалуйста, пожалуйста, цветочек не портим. Он же такой красивый, Николаша. То есть, видите как, я могу общаться, разговаривать, чем-то еще заниматься. И вот собираю, что интересно, вместе с самой ручкой собирается и загрязнение. Вот мы почистили. Так. Что? И потом второй тканью просушили. Подожди чуть-чуть, сейчас мы закончим, ты все возьмешь. Все, просушили. Теперь смотрите дальше. Это еще не все, это только начало. Вот, можно, пожалуйста, вот сюда? Это феерично. Это феерично? Так, 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 так. Где-то тут было такое. А ну-ка вот, по-моему. Сейчас, сейчас, сейчас мы выясним. Вот это я видела что-то еще. Хорошо. Вот. Давай пробовать. Это какая-то детская краска, я так думаю. Значит, мы той же, вот, как говорится, недалеко не уходя, мы тем же кремовой той же рукавичкой, не напрягая руки, и собираем заодно все загрязнение. И вот так вот. Все, что детские пальчики могли оставить, все собираем нашей вот кремовой рукавичкой. Вот. А в ручки возьмешь, поможешь мне? Хорошо, значит поможешь. Вот такие опять же, вот. То есть любые загрязнения, любые отпечатки. И то, что я всегда не прекращаю повторять, это то, что, видите, поверхность сухая. Это то, что мне очень нравится. Потому что мне нравится сразу же все использовать. Ничего не ждать, никакой химчистки, никаких часов ожидания. Сразу видно и сразу все видно, что становится все чисто. Посмотрите на рукавичку, пожалуйста. Я. Вот тут вот наш оператор в шоке. Видно? Вот, это еще не все. Теперь мы возьмем... а ну-ка, детки, двинулись. Мы еще посмотрим, что у нас здесь есть. Ну, вот можно просто саму поверхность, потому что здесь мы очень часто сидим, и, конечно же, остаются какие-то... Вот мы берем и думаю, Николаш, сейчас мы не порти, пожалуйста, половинку прошу, почистим. Пожалуйста. Вот мы почистили, и вот дальше хочу видно. То есть здесь полосочки нет, здесь полосочка есть. Вот мы точно так же все продолжаем чистить. Значит, я еще раз повторюсь, это кремовая рукавичка и чистку салона в машине тоже можно сделать ей. Я уже, как всегда говорю, берешь руки-чистики, и остановиться невозможно, потому что, ну, они практически, вы только направляете ворсинку в нужное вам место. А они все делают сами.
Все, вот теперь, пожалуйста, оператор, запечатлите нам нашу поверхность красивую, без пятнышек. И сейчас мы переходим к кульминационному моменту. Так, значит, вот наш момент. Значит, это загрязнение, конечно, достаточно сложное. Видите, эта ручка, притом начерчена она таким хорошим слоем. Это кто начертил? Вот я хочу узнать, кто это сделал. Это Анечка. Значит, мы взяли белую рукавичку. Это уже не кремовая, это белая, потому что здесь такая ручка серьезная. И, ну, вы сами видите. Я пойду. И сейчас вот таким вот движением. Мама, я пойду налью себе вино. Видите, наши дети пьют вино. Я пойду, налью себе вина. А мне можешь принести бокальчик? Поухаживаешь за мной? Зачем? Как зачем? Ну ты хочешь вина, я тоже хочу. Вот, наливаем, думаю. Не настоящее вино, мы наливаем вот того. Ну так значит это вода, значит это не вино. Вот, я думаю, что вы сейчас заметите. Конечно, за 30 секунд этого не сделать. То есть надо хотя бы минуточку почистить. Но, думаю, разницу вы увидите. Я пока оставлю и хочу все-таки дочистить вот эту часть. Но всем там видно. Нас вообще кто-то смотрит? Угу. Хорошо. Друзья, мы начали сегодня немножко раньше, потому что я нахожусь не в своем часовом поясе и... И, в общем, мне сложно определиться, сколько времени. И так как мне хочется объять необъятное, и я хочу, чтобы вы увидели, что чистики нужны абсолютно для всего, то есть вы можете ими пользоваться, например, вот этой белой рукавичкой, я мою все на кухне и в ванной комнате. Ну, и вы все так делаете. Но помимо того, что вы моете ей поверхности, такие как холодильник, смеситель, умывальник, стекла, вы мне напоминаете, да, я знаю, что вам нравится, и тот же санузел, душевую кабинку, помимо этого, эта рукавичка еще чистит вот такие вот поверхности. В общем, я думаю, что вы идею поняли, тут буквально осталась еще капелька, но я думаю, что видно хорошо, что буквально, и видно вот эта часть, какая она серенькая, и видно вот эта часть. А теперь я хочу, тут ко мне пришла Тереза, это моя еще одна помощница. Я хочу кое-что показать вот этой рукавичкой, это белая рукавичка, потому что когда вы погуляли с собачкой, и вам нужно локально ее помыть, например, лапки, или протереть шерстку, вот она у нас короткошерстная. И рукавичку она очень любит. Да, Тереза, любишь рукавичку? Да. И вот так вот лапочки ей протереть. То есть она пришла у вас с прогулки. И можно ей и животик. Мы потом обязательно в следующий раз с ней погуляем. Она испачкается. И мы вытрем и пузико, и лапки. Грязь, правильно. И пузико, и лапки, и шейку, и так далее. И вы посмотрите, насколько быстро чистик это тоже собирает. Значит, у нас немножечко сегодня был такой нюанс с камином, но мы обязательно днем, когда никто его не сможет растопить, я специально останусь дома и для вас покажу днем, как можно почистить гарь с камина. Так что поэтому, пожалуйста, следите за нашими новостями. И еще важный момент. 1 числа, 1 марта, я знаю, что многие, кто сейчас смотрит или кто будет смотреть эфир, это удивительно, это невероятно, и это интригует. Работает ли правда продукция или не работает? Так вот, чтобы убедиться своими собственными глазами, вы берете свои загрязнения с собой, которые у вас поместятся в сумочку. Маша. И 1 марта мы вас ждем на Преображенской 11. Будем встречать весну вместе. Кстати, там будет много всего интересного. Следите за нашими новостями и до завтра.